Очень долго. Вижу. Сейчас, подожди, подожди. Мы в эфире. Сейчас, смотри, я понял, смотри. И тут все приготовились. Ну, это хорошо. Нормал. Добрый вечер, друзья. Hotline Jambox, выпуск 97. Как лучший год в истории видеоигр, 97-й. Год рождения, кстати говоря, Егора Антоненкова. Вот, и мы... Этот выпуск, между прочим, последний в текущем сезоне, потому что июль, я немного о тонкостях работаю. Я ежемесячно, в конце каждого месяца, сдаю, значит, ВГТРК отчеты о том, значит, как мы поработали замечательно вот в ушедшем месяце и что мы собираемся делать в грядущем месяце. И прогноз по деятельности в июле-августе такой, понимаешь? Особенно в июле, потому что играть не во что, зато вы можете с чистой совестью загнать плотву, так что она... Не знаю. Можно на самом деле загнать все, что ты не успел загнать за сезон, грубо говоря. Вещи загнать, свой телефон, ноутбук загнать. Или так. Да. Вот, соответственно, я думаю, что сегодня мы поговорим с парнями о том. Кстати, о парнях. Михаил Кольбас, друзья. Егор Антоненков, и меня зовут Петр Сальников, если кто-то вдруг первый раз видит все эти щи. Я думаю, что сегодня мы поговорим с щами. Трио щей о том, что мы будем загонять в течение июля до Gamescom'а, пока не начнутся хоть мало-мальски какие-то весомые инфоповоды, и в августе, в принципе, есть некоторые релизы. Я уже, правда, забыл, какие, но есть. Но мы можем обратиться... Rare Replay. Отлично. 30 игр. 30 игр. Сразу. На каждый день. С 1 августа по 30. Нормально. Понимаешь? Battletoads, пока пройдешь, мало не покажется. И переиздание Gears of War. Вот, тоже в августе. Вот, то есть, в принципе, будет чем занять свой август. Поговорим про Бэтмена, в которого из сидящих здесь людей играла половина человека, и это моя половина. И, ну, в общем, в смысле... Я полуиграл. Я не понял, какая это половина, потому что я играл на стриме здесь, в этой студии. Вот. И продолжался это час. И играл я на ПК. Да. И это мы тоже обсудим сегодня. Да. Значит, это первое. Второе. Конечно же, мы поговорим про Brutal Doom, в который угорел Егор настолько, что он теперь называет себя Уильямом Блашковичем. Хотя, казалось бы, какое... Джоном Кармаком. Егор Джон Кармак Антоненков. Ну, хоть не как и демоном. Это не так приходило мне в голову. Так его называют родители, когда он поздно ночью запускает Brutal Doom, и наушники там выскакивают из разъема. И плюется электричеством, да, в дверь, того, да. Когда она открывается. Вот. Вот такие дела. А также вышел третий трейлер фильма «Hitman Agent 47». Признайтесь честно, а первый трейлер фильма «Hitman Agent 47» кто не видел? Я видел только конец второго. Фильма? Эти трейлеры вообще не сильно меняются, там примерно одни и те же сцены, они только в разном порядке как-то нарезают. И разный текст немножко. Да, и добавить. Немножко чуть-чуть деталей сюжета добавляют. Ну, в общем, к пятому трейлеру мы, в общем-то, уже увидим весь фильм, и не надо будет дальше что-либо смотреть. Они, кстати, его позиционируют, типа как будто бы не было вот этого всего с, как его, Тимоти Олифанта. Да, вот, ну, это еще все... один фильм просто. Да, типа, начнем с чистого листа. Еще одна хорошая новость, я вот сейчас зашел на главную. Смотри, и вот вижу главный это. Релиз июля. Да. Worms World Party Remaster. Нет, ну ладно, еще Godzilla, в которой ты обязательно, ты прохождение нам уже пишешь. Практически, да. Формула 1, естественно. Подключаем спортбокс, друзья. Вот. И замечательная новость тоже на сегодня. Права на Bulletstorm вернулись к разработчику. Буквально недавно в Твиттере у Клиффа Ближински я увидел упоминание, значит, этой истории, и он метко пошутил насчет того, что People Can Fly, возможно, в скором времени начнут собирать бабки на Кикстартере на Bulletstorm 2. Посмотрим, так ли это и будет. Возможно, действительно состоится какая-то канитель по беспределу по поводу Bulletstorm 2. Какая-то нищета очередная. Но, кстати, Bulletstorm — отличная игра.
Bulletstorm отличная. Да. Не то, что Кризис. Не то, что Кризис. Кризис да. так себе игра. Вот. Вообще не игра. Не игра, не так игра. Дэму. И не Brutal Doom, конечно. И не Brutal Doom. Друзья, не забывайте писать нам в Skype. Нам вот уже присылают контактные данные. Кто-то пишет мне ВКонтакте. Здорово. Выключу вас. Присылайте нам свои вопросы, мнения, не знаю, что угодно. Пишите нам в Skype. Я понимаю, что кажется прямо в эту секунду параллельно с нами на Игромании разворачивается шоу «Игромания уже не та», но «Игромания уже не та», поэтому не стесняйтесь, можете... Почему они в четверг решили? Развернулся. Ну, завтра бухать планируют, наверное. Мы можем позвонить. Давай позвоним им в эфир сейчас. Слушай, давай, и узнаем. Давай. Нормальная? Нормальная история? Нормально. Игромания... Как там? Ру. Ру, да, точно. Ой, Madden NFL выходит в августе. Я тебе говорю, лучшее, все лучшее. 10 самых-самых, третий лист. А, и Until Dawn, кстати, что важно. Подождите. Но он, правда, аж 25 числа. А где? Поговорим о будущем игромании в новом выпуске передачи «Игромания уже не та». И где же 24 выпуск? Четверг, 19:00. Сегодня же, правильно, четверг? Да, на Твиче. Щелкните, чтобы открыть трансляцию. Щелкните. Пацаны, все на Твич. Так. Какие-то люди. Это Шуньков, это Акопян, это... Сейчас, чтобы не оговориться, скажу точно. Мурадян. Ну, что, Windows Phone версия, да, можно я понял. Можно так часок посмотрим, просто Нормальная идея. Вот, парни, удачи в эфире. Вот, короче говоря, вчера было что? Вчера была среда. Да. Вот. И сегодня, в соответствии с тем, что вчера была среда, что? Четверг. Выяснилось, что продажи Batman Arkham Knight на PC приостановлены. Представляете себе? То есть в течение недели, значит, с момента выхода нового Бэтмена на всех платформах, которые есть у, так сказать, современных людей, это PC, PS4 и Xbox One, происходил немеренный хайп. То есть все такие: «Вау, Бэтмен!» За неделю до выхода игры в интернет посыпались дико положительные оценки. 9-10, ну то есть... У меня... Там 7 было одна. Да, от GameSpot, по-моему, или типа того. Но, в общем, смысл в том, что все равно достаточно положительно критики встретили игру. И, ну, это, забегая немножко вперед, конечно, хочется сказать, что я подозреваю, что в подведении итогов года, в этом году будет вообще отдельным жанром. То, что в прошлом году как-то игры все были такие, ну, типа, они были клевые все, типа Вольф, типа Дивинити, типа Цивы. Но не на один. Но ни одна не была на 15 из, да. из. А так всегда же традиция из года в год уже, то, что год так себе, год такой. Ну да, ну потом да, опять. Да. Вот, и тут выяснилось, что, значит, у PC-версии Батманца есть... Очень много проблем. Очень много. Проблемы с... А ты уже играл на PC? Ты же пекарь. Нет, я же прочитал, про что и очень и много не проблем. Стал, да? Да и вообще не фанат я игр про Бэтмена. Ну что ж так? Да не знаю, вот эти все механики я не очень люблю. А-ля Shadow of Mondo. Я вот вчера это ел чипсы, сидел ночью и читал твой пост про то, каким Бэтмен был на 16-битных и 8-битных системах. И прям вот такой, там Бэтмен был в порядке. Да, да, вот это было отлично. Ну, в общем... Подкат. Да. Понятно. Да, оптимизация, вот это вот, мне очень понравилось, как же это выражение-то было, фреймлок. Как да, фреймлок. 30 кадров в секунду, 30 и не больше. На PC. Ужас даже? Какой, да. Да, на PC. Не, это на PC тогда. Вы что творите? На PC, в принципе, фреймлок нельзя. Но вообще, делать. Если ты никогда. Запустишь, то у тебя будет фреймлок примерно на 8 или 10 кадрах в секунду, ну, может быть, на 15. Поэтому 30 ты будешь рад. Да. Да, так за этим, видимо, это. Значит. Ужас. У нас была подборка на эту тему. В общем, у нас было масса материалов уже по поводу Arkham Knight, за исключением рецензии, которая выйдет завтра, даже, Егор? Даже. Вот. И все это закончилось тем, что Warner Bros. Посмотрели на реакцию, так сказать, интернет-сообщества и решили, что надо снять игру с продажи. Это лучшее решение.
Ну, естественно, незамедлительно порвались с жопы на тему того, что теперь это говно еще и купить нельзя. Вот, но, в общем, как вы считаете, парни, вот вы бы как поступили? Ну, то есть, игра уже вышла. На месте разработчиков? Ну, на месте издателя. Издателя. Я бы не стал бы просто выпускать такую. Ну, как это так? Они же не в курсе, что ли? У них конечно, нету, в курсе. У них нету тестов. Им просто насрать. Конечно. Ну, то есть, как верно заметил Сергей Галенкин у себя в Твиттере, quality control отдел, все эти баги, а их там было достаточно в PC-версии, скорее всего, поймал. То есть, вопрос был не в том, что кто-то не заметил каких-то ошибок в коде, но такие просто том, что, типа, не надо заметить, когда игра просто тупо лагает. Не то, что какой-то есть, ты там провалился через текстуру где-то, а что она реально, ты запускаешь игру, и она не работает. Ну да, ну да, это именно та ситуация. Вот. Тем не менее, ну, было принято решение одновременно выпустить игру, возможно, потому что PC-игроки... Чтобы у них по этому поводу не рванули. Мы можем сказать, что PC-игроки привыкли к тому, что игры выходят странные. Да, мне кажется, нет, вообще не надо менять этот тренд. В общем-то, пекари, они знают, что им, ну, с рук на лицо. И они к этому готовы, например. Вот мы знаем, они этого ждут. В сентябре... Они просят, может быть, даже... Metal Gear Solid 5 в сентябре выйдет на 2 недели позже, чем на консолях. То есть уже заранее предупредили, что им нас рук на лицо. Здесь вот неожиданный такой момент случился. Но неожиданные сюрпризы, они всегда приятнее же. Да. Неожиданно насрали на лицо. Так как бы, когда тебя предупредили, ты уже... Такой расстроился даже чуть-чуть. Знаешь, походу Warner Brothers, парни, не насрет нам на лицо. Даже договорить не успел. Игра загрузилась, вот, и прилетело говно в лицо. Вот, но, в общем, смысл в том, что Batman Arkham Knight на PC сейчас купить нельзя, и только что Коля нам сообщил, что у него на районе, в геймпарке, даже на диске нельзя купить. То есть отозвали тираж. А это на самом деле... Ну, не, его вряд ли отозвали, скорее просто сказали, пока уберите, мы пока патч не доделали, уберите с полочек. Ну да, но это в любом случае, так сказать, потери. Конечно. Понимаешь, потери. Так поэтому что... и непонятно, как бы. Потому что через какое-то время, ну, уже общественный будут? Интерес к Бэтмену будет гораздо ниже, чем он сейчас, потому что его же ждали вот сию минуту. И к моменту... Кстати говоря, я где-то видел. Сейчас я это уточню. Blackwoods водка. Мне зачем-то поиск хотел выдать. Пока я ищу, здесь хорошая цитата тоже из Стима. Отзыв не рекомендую. Кличко об этом сказал бы примерно так. А сегодня в Бэтмена не все могут играть. Вернее, играть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Значит, также мой товарищ Станислав Куприянов очень здорово сказал, что Warner Brothers сняли с продажи в Steam. Вот и все, что вам нужно знать про ПК-гейминг в 2015 году. Но это все на самом деле как-то очень притянуто немножко, потому что... Я думаю, что... У ПК-гейминга никогда проблем не было и не будет. Это и не будет. Это под какой-то Бэтмен, господи, да подумаешь, играть как будто не во что. Не, камон, мне Dota кажется, что... жива, КС жив, там, Heroes of the Storm жив, все Я нормально. Думаю, что на самом деле ПК-геймеров уже приучили к таким ситуациям со всякими там... Так, ранними... сейчас второй раз начнется. Ранними доступами. Мне кажется, сегодня Егор с утра просто в метро толкнул ПК-геймер очень сильно. На ногу наступил. На самом деле уже приучили всех на ПК, что у нас есть всякие ранние доступы, что игру вообще можно не заканчивать, да, можно даже не заканчивать. Как DayZ, например. Я смотрел пресс-конференцию кого в этом году? В прошлом году DayZ была на пресс-конференции Sony, по-моему. В этот раз создатель DayZ вышел на пресс-конференции Microsoft. И я такой сижу, думаю, подожди, чувак, ты куда лезешь-то? Типа это, может, доделаем там что-нибудь? И что он рассказал, что все идет по плану? А он рассказал про другую игру вообще. А, про другую, да, игру. То есть он делает еще одну недоделанную игру. У него много свободного времени, да, и да, можно да. начать да. новый проект. Да, 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 это все остается недоделанным, и, в общем, ну, нормально, что... В этом есть свой шарм. Вышел Ведьмак на ПК тоже, ведь он был глючный изначально, там много всяких багов замечали. Вот Бэтмен просто, знаешь, что уже даже не шокирует, когда вот лет 5 назад выходили игры, которые там плохо запускались, или там даже... Помните, был Русабитем, который Star Wars, он блокировал игры. Игры, которые плохо запускались, выходили еще году в 92-м, мне кажется. Не надо врать, не надо. На дискетах.
Потому что ты одну дискету как-нибудь неправильно установил, и все, игра уже не запускается. Ну, тогда, возможно, были баги проблемы такие были маленькие, всегда. Но ты понимаешь, что это не такой масштаб, и игры, половинчатые игры никогда не выходили, как вот в последнее время опять-таки, это делается. Опять-таки, ну нет, бывало всякое на самом деле. Ну, мы говорим, если про пиратскую продукцию, которая продавалась на дисках. Ну, слушай, какая раньше пиратская продукция? Люди зашли в Steam, это, потратили тысячу рублей с чем-то. Это да, когда в Steam такое происходит, доллар. Это очень странно. И ты знаешь, что с этими людьми сделали за 1000 рублей? Да, да, да. Но теперь, быть, теперь это... когда ты нам рассказал, мы знаем. Может быть, это еще не такие большие деньги за такую услугу. Короче, я... А, вот. Давайте посмотрим. Зайдем на страницу Бэтмена в Стиме. Ты хочешь рейтинг посмотреть? А, нет, я хотел посмотреть не рейтинг, я хотел посмотреть обзоры пользователей, в основном отрицательные. Я хотел посмотреть новую... А, осенью 2015 года. Will be available on SteamOS, Linux and Mac, четкая. In fall. Ну, то есть... Это здесь нет PC, но скорее всего к, это самое, к релизу здесь, на... здесь нет PC. Batman Arkham Knight will be available on SteamOS. PC в смысле Linux, Windows нет. Да, в смысле Windows. Ну, and Mac in fall 2015. А на Linux теперь не будет вообще. Вообще, скорее всего, никогда. И Batman Arkham Knight тем самым открывает новую историю ПК-гейминга. Игры для ПК перестают делать. Выключай. Посмотрим, что происходит в скайпе у нас. Дима нам пишет: заметьте, что Бэтмен отозвали, пока его не починят. А Ubisoft Unity просто сказали: терпите до патча. Ну, Ubisoft, они более смелые. Да, смелые. Более выдержанные. Чем Warner Bros. Не, ну в Unity, может быть, не такие сильные проблемы были. Там как раз были проблемы провала через текстуры изредка. А игра-то игралась нормально, более-менее. Новый гимн ПК-гейминга. Гражданская оборона, насрать на мое лицо. Что скажет Михаил? Неожиданный вопрос. По поводу Painkiller 2. На трансляции Bethesda он часто упоминал первую часть. А что, анонсирован Painkiller 2? Я пропустил эту новость, как и, видимо, все сидящие здесь. Не знаю, я был бы очень рад этому, если бы Painkiller 2 бы существовал. Painkiller 2. Я сомневаюсь. Его нет в природе. К сожалению. Что скажете, в смысле, хотел бы? Да, хотел бы, конечно, отличная была игра. Хотел бы ты. Но этот зеленый шарик. Я думаю, что и так будет хорошо, хороших шутеров достаточно. Нам прислали, кстати, в Steam фотографии. Ой, в Steam. Что-то я сегодня плохой какой-то. В Skype прислали фотографии вот такой истории. Только что это системный блок? Мне кажется, да. Батхарту Мастер. Сейчас начну листать. Да, это системный блок, оформленный в виде. Волта? Волта, да. То есть стоит Волт Бой. Как, кстати, здорово, что мы вам об этом рассказывали. Ты угорел? Я угораю до сих пор. Да? Да. А мне уже что-то поднадоело немного. Не-не, у меня но недавно... я захожу пару у раз. У меня все вернулись из похода, принесли очень много всего. И, короче, сравним наше убежище. Давай сравним наше убежище из Fallout Shelter. Это крупная камера, да? Сейчас мы туда будем показывать предметы. Разного характера. Ну, ты тебе понравилось? А у тебя там как? Я удалил Fallout Shelter. Я решил, что с меня хватит. Почему да? так? Ну... Егор реально решил изменить свою жизнь. Да, ну что там, тыкаешь. Может быть, Fallout Shelter он заметил ПК-геймера где-нибудь? Нет. К нему пришел персонаж. Выгнал его в пустошь. Рейдеры пришли. Не, я люблю ПК-гейминг. Вот сегодня Brutal Doom, например, играл. Это было великолепно. Отлично. На работе, я надеюсь. Конечно, на работе. В рабочее время, что самое важное. Так это же, как это, как мы любим говорить, это же моя работа. Да-да-да. Итак, смотри, мальчик. Видишь, сейчас я вот эти все ресурсы соберу. Итак. Ну, у меня чуть-чуть, наверное, поменьше. У меня 32 человека, и он новый пришел. Что-то у тебя не спешат набирать. А ты их переименовал как-нибудь, нет? Нет. Я всех своих друзей туда загнал. Ну, и себя, соответственно, тоже. Чтобы хоть какой-то фан был, грубо говоря. Да, покажу, конечно, смотрите. У тебя там здорово. Меню какое-то показывается. The world is full of dwellers. Build more living quarters. Тогда проваливай обратно в пустыню. Шлюха. За дом... О, мне дали пак за 7-дневное отличное настроение. Представляете, 7-дневное отличное настроение, тебе за это дали пак? Ну, как это называется? Показываю, чемоданчик. Знаете. Fallout Shelter. Друзья, присылайте скриншоты своего убежища в комментарии. О, пришел 30-й. Или... Нейтан Райс. Нейтан Райс? Смотри, какой модный. Похож на солиста группы Slipknot немножко. Нет, Disturbed. А, или так, да. Ну, короче, металлист какой-то явно. Да, да, да. Короче говоря, ребята, 10 из 10. 10 из 10. Room on fire! Моя любимая ситуация, когда беременные бабы бегают, все горит. Еще не достает саундтрека. The room.
Да, 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 да. Так, сейчас мне необходимо расширить. Все, ладно, хватит. Расширять будешь. Апгрейд. А, ну да, ты же на работе. Почему бы не расширить? Действительно. Так, все, 300 бачей забрал. Ну вот. Ты заносил? Нет, ни разу. Ни разу не заносил. Так, Мимик у нас спрашивает. Старый вопрос про Mortal. Как вам то, что в Мортале максимум одели всех персонажей, особенно женских персонажей, при том, что одевать в броню смысла в игре не имеет, при том, что там творится? И они это сделали из-за того, что боялись, что на них нападут феминистки, из-за того, как одеты их женские персонажи, из-за того, как так. Что? А в смысле, раньше в Mortal Kombat голые? Прикрыли. А было бы неплохо. Я недавно делал. Я недавно делал дома физкультуру голой. Вот, и понял, что, наверное, драться голым еще более неудобно, чем так сказать. Чем делать физкультуру. Что лучше брать во время летнего затишья на PS4? Ведьмака или МК? Ведьмака. Ведьмака, конечно. Ведьмака? Ну, зависит от того, есть ли у вас друзья. Наверное. Смотря если как вы хотите постоянно летом, приглашать. Вот у Егора нет друзей. Вообще лучше возьмите себе велосипед, честно говоря. Да, ой, все, ладно. У тебя же не спросили, велосипед мне брать или машину. Тебя спросили, Ведьмака или МК. На это мы ответили. Так. МК. Почему МК-то? Потому московский комсомолец имеется в виду. Позовешь друзей, с ними угоришь вместе. А вот я говорю, если нет. Нажрешься пиво. Друзей или найдешь мороженое. В подъезде там кого-нибудь. Тем заберешь. Более, смотри, МК-то, она на самом деле очень убыточная штука, потому что там каждый раз тебе приходится заносить. Каждый раз, когда ты собираешь друзей и играешь в МК, тебе приходится заносить на пиво, на да. чипсы. Внешние микротранзакции. Да. Ну, так найди а когда ты играешь себе. В Ведьмака, ты играешься спокойно, и все, водички из-под крана налил себе, плотву попоил и дальше продолжаешь. Ужасно. Нет, а лучше всего взял холодного и плотвы. К нему. А, ну понимаешь? Так тоже можно, да. Да. Но так, обычно, когда я так делаю, мне в Ведьмака уже не хочется играть, не хочется посмотреть кинчик какой-нибудь максимум. Кинчево. А вот Николай нам говорит, что в рознице Arkham Knight еще пока продают. Ну, видимо, еще не везде, так сказать. Подгон от Трицератопса Никодима. Это ж наш любимый. А это скажите, пожалуйста, Трицератопс Никодим, это ваш компьютер? Потому что если это ваш компьютер, то это, конечно, ну, это вверх вообще всего. Да, вряд всего. Ли, конечно, но он хороший. Круто, да, хороший. Это космос. Круто. Mm-hmm. Это. Может, покажем это тоже нашим зрителям? Да, нам надо Трицератопс Никодим, выложите, пожалуйста, в комментарии. Выложите в комментариях, а мы выведем на экран, так сказать, чтобы не быть голословными. Сергей пишет, разрабы Бэтмена сейчас угорают в бассейне, а девочки Сони и Майк равняют им дорожки. Про Horizon расскажите подробнее. Такой закрыл тему. Скорее всего, так и есть. Я думаю, что разрабы Бэтмена сейчас реально купаются в деньгах и... Девочки. Ого, посмотри вот на вот это. Да, кстати. Человек, вот. Видимо, неделю прошедшую не спал, играя в Fallout Shelter. Не, вообще. Я думаю, что он много спал, потому что на это нужно много денег, а деньги ты там зарабатываешь медленно. Неплохо. Да, это Ortega 42. Поздравляю. 62 жителя. Сколько этажей? У меня 8 уже, этажей уже поехала крыша. Конечно, у меня по Fallout Shelter сидит. Один вопрос, на самом деле. Когда появятся супермутанты? На скольки жителях появляются супермутанты? Потому что там есть? Только рейдеры. Ну, здорово было бы, если бы они там ну, были. Я думаю, что игра же запустилась буквально недавно. Там где-то месяц пройдет, там другой с момента запуска, возможно, будут обновления. И это будет круто. Да, тогда это будет повод, тем более, вернуться. Ему еще очков и усов не хватает. И плаща. Но нет, пижама отлично смотрится на самом деле. Да. И такой фургон еще стоит на входе в убежище. Ну вот, кстати хорошо. Говоря, к слову о Fallout Shelter, недавно была статья на Kotaku по поводу того, что очень много мелких историй и ну, таких незаметных, если ты думаешь только о том, чтобы собрать все ресурсы, построить новый дом. В Fallout Shelter очень много мелких историй и очень смешных генерирует. И на самом диалоги, деле, я... типа, если вы их послушаете. Да, да, если слушать их диалоги, если просто смотреть, что они делают. И я на самом деле недавно что-то сидел так. Они разве что-то делают, кроме если они не работают, они просто слоняются, мне кажется, из комнаты. Ну, там твоя же задача сделать так, чтобы никто не слонялся. Мутантов там нету. Мутантов нет, жаль. И значит, я залип в логи. То есть отправил, значит, человека на поверхность, да, да, логи и сидел, читал логи. Прям в реальном времени причем. Да, да, да. Они немножко медленно обновляются, но там ну, здорово. Раз в минуту где-то. Там здорово. Особенно на Kotaku мне понравилась картинка, где типа чувак бежит в.
в этой... Там подпись смешная была, типа, трудности эксплуатации Power Armor. Типа, он бежит в Power Armor в пустыне, и скриншот просто его лога, типа, в ботинок попал камень. Вот, да, что? Вот он, вот он, вот он. Смотрите, какое классное охлаждение. Этот волдбой, вот все... трубки какие-то, вот но это видимо внутренних все провода спрятаны. Да, да, да. Но вообще похоже на какую-то курительную конструкцию, честно может говоря. Может быть, это кальян? Может быть, это кальян. Может быть, и не кальян. Нам там еще новое убежище прислали, оно. Еще больше? Да. 83 человека, друзья. Ё, Антон Токарев, 83. У нас пошел конкурс, короче, да, на самое большое убежище. Слушайте, а это, кстати, нормально. Давайте. Устроим конкурс на самое большое убежище Fallout Shelter. Кидайте нам в комментарии значит, ваши скриншоты ваших убежищ. Да, подделанные скриншоты не ваших убежищ. А кстати, в фотошопе же можно нахреначить себе эти комнаты. Ну, примерно, да. Что-то я, говорит, приуныл. Ну нет, давайте, нет, может быть, лучше не скриншоты. Рик Росс. Скриншот и, типа, ну, ник. Там же можно заходить или нельзя, типа, заходить кому-то смотреть? Там ты когда заходишь, он тебе говорит welcome back, там, Вася Пупкин. Да, да, да. Он же твой гейм-центр. Вот нельзя к другому человеку зайти и посмотреть, как у него там что. Хер его знает. Рика Росса арестовали. В том-то и проблема. Я вчера посмотри, только... как он выглядит. В том-то и проблема. Да, проблема. Я только вчера билет купил. На Рика Росса? Да. А его арестовали. Да, его только арестовали не в Москве. Новость вчерашняя, понимаешь? Вот. 8:13 утра. Так, ты во сколько вчера билет покупал? Более того, за похищение людей его арестовали. Людей. Ну или одного человека. Многочисленно. Я надеюсь, до 11 июля его выпустят. Господа, что скажете о сниженной цене на консольной версии Бэтмена? В PSN 3990, а в ритейле в районе 3200. Слушайте, разницу цен в рознице и в цифровых сервисах мы обсуждали неоднократно. Это такая какая-то не очень ровная тема. Да, действительно, иногда бывает так, что в цифре стоит дороже, чем в ритейле. Но вы же в России, когда вы же, перевод на рубли. Да, вот вы же не считаете, понимаете, стоимость котлет, которые вы заказали в ресторане. Вы просто платите за них и все, потому что вам их приготовили и принесли. Вот за то, чтобы вы свою жопу не отрывали от дивана, а сразу кстати, скачали да. с места, переплачиваете 790 рублей. Привет, парни, никогда не особо не геймером не был, но современные технологии и обсуждение игр и все с ними связанное вывело меня на новый уровень, чего сам от себя не ожидал. Вот новый пользователь, пожалуйста. Так они, как в Fallout Shelter. Купил PS4, подсел на Gamebox и другой человек. Так что респект, редакция. Это, видимо, он еще на что-то подсел. Я неправильно передал. Ну, короче, он друга привел еще, походу. Подсел на Gamebox. Ну ладно. Продолжайте в том же духе. Это уже пирамида такая, как у Арифона. Продолжайте в том же духе, зовите гостей побольше. Очень рад вашему громогласному привету. И мы за вас очень рады, Александр. Три картинки, все показывайте. Да-да-да. Спрашивал у продавца в Медиамаркте, искали, мол, из-за отмены коллекционки с Бэтмобилем. Из-за отмены коллекционки мы убрали все. Нет, из-за отмены коллекционки с Бэтмобилем в рознице она стоит дешевле, чем в цифре. Че? Ну, вот так ответил Медиамарк. Упоротый продавец в Медиамарксе. Вернемся к нашему Рику Россу. Друзья, смотрите, тема есть следующая. Середина лета грядет. Момент во многом переломный, потому что с, ну, например, февраля по май, особенно в этом году, мы активно угорали по разным крутым играм. Кто-то в июне даже продолжил, если мы говорим про Бэтмена. А с августа по декабрь, ноябрь, первая половина декабря, начнется уже другой период, когда мы все такие передохнули, и вот вам еще крутые игры. В августе, как мы уже говорили, выходит Rare Replay, да, коллекция из 30 игр Rare. Выходит Gears of War, переделанный для современных консолей. Выходит дальше уже, начиная с сентября, новый спорт выходит, новый Fallout выходит. Выходит все, и есть проблема традиционная для, так сказать,
выбора той самой игры, когда мы дружно все забываем, во что мы играли в начале года, и потом где-то в декабре вспоминаем, что, например, в марте был Wolfenstein, ну, то есть вот было в прошлом году было именно так. Ну, Dark Souls 2. Такое ощущение, что он был уже. Да, такое ощущение, что он был, потому что, ну, во-первых, в принципе большой перерыв, а еще и между этим ты отдыхал весь июль и август практически. Ты отдыхал? Что, ты не играл ни во что? Все лето? Нет, ну... Я-то ладно. Вот. Больше всего мне нравится Recross, Arrested, On Kidnapping Charges и рядом центральный детский магазин на Лубянке. Вот это. Вот, поэтому нам нужно сейчас решить, какие игры вот на текущий момент лучшие в году. Best games 2015 so far. А, so far? So far. Сулифа? Сулифа. Сулифа, кстати, как там дела у Сулифы? Он не куда-то уехал? Ну, видимо, опять покаляет. Соколиный глаз. Степ. Степь покаляет. Покаляет. Так, покаляет. И чего? Вот смотрите, у нас есть Bloodborne. Давай думать, да. У нас есть Ведьмак. У нас есть Орден 1886. Угу. У нас есть Wolfenstein Old Blood. DLC будем рассматривать еще. Да. Ладно, Орден мы убираем. Вольфенштейн оставляем. Так. Дальше, что у нас еще есть? Бэтманец. Много всего было. Да. Ну вот у меня было 4 игры, на самом деле. 5, если считать Орден. Как бы это вспомнить? Сейчас, подожди. Давай я пока. Давай. И лучшая игра в мире Brutal Doom 2.0. Да, Brutal Doom. Это, конечно, прошлый год, но вторая версия вышла только в вот июле. Да. Это было очень да, верно. Ведьмак. Так. Тоже отличная игра, хотя я ее сознательно закончил в нее играть, потому что это просто омут какой-то. Mm-hmm. И третья, так, Hotline Miami 2 нет, Order тем более, Batman so-so. Загибай, посмотрим, что я пресса скажу. Dying Light. Dying Light! Можно, кстати, уже забыли поймал, про Dying Light. Поймал, да, я первый хотел именно его назвать. Mm-hmm. Dying Light, да, и вот Dying Light, наверное, вот за первое полгода это мое самое яркое впечатление, если вот убрать такие вот прям огромные игры, что вот Ведьмак вышел, и прям понятно, что вот огромная то, что игра, реально, тот да. самый Бэтмен, да. Dying Light, это удивительно, я ее когда начинал в нее играть, ну да, там типа будет экшен, паркур, и потом ты понимаешь, что тебя реально засасывает, и ты до самого конца ее проходишь. А ты прошел? Вот я прям на одном дыхании фактически, я уже тогда на ag.ru писал рецензию. И это одна из тех игр, на которую я написал... Даже АГ жив еще был в тот момент? Вот он тогда вот откидывался уже, можно сказать. А он откинулся? В итоге он жив, но рецензии там новые не появляются. А что там появляется нового? Новости. Ага. Вот, ну... и это та игра, которую я написал текст, и потом вернулся к ней, ее добил, и еще там полноценно поиграл в него всякие там дополнительные миссии, сайд-квесты, потому что, ну, правда, отличная вещь. Петр, а знаешь, что ты главное забыл? Ну? Battlefield Hardline. Ой-ой-ой. Ну еще да. Bloodborne Кавказ можно вспомнить таким образом. Ну, а тогда я добавлю свои 5 копеек ко всему этому. Ну, Hardline был неплохой, кстати. Ну, по части мультиплеера, в принципе, да. Да. А, как это называется-то? Cities Skylines. Да, да. Друзья мои. Да, вот, кстати, хорошо. Вот главное, пожалуй, на что я бы обратил внимание. А Pillars of Eternity? У меня не очень зашла, потому что я не old fuck. Да, милая РПГшечка, хорошая, побегать, потыкать. Я про нее помню. Прекрасно. Я просто попробовал играть в City Skylines. Я такой, что это такое, господи боже, ты мой, установка удаления программ. Что там непонятно? Или что, или тебе не понравилось? Да я просто не понял, ну то есть там что-то понятно, но... Ну то есть это по сути, это ну не то чтобы клон SimCity, это просто взяли SimCity и улучшили все, что могли. Кстати, вспоминая еще игры такие, может, еще более... Еще GTA на ПК вышло. Ну да. Да, GTA на ПК. И вспоминая игры более мелкого такого масштаба, я все-таки вспомнил Assassin's Creed Chronicles. Угу. 5 часов, отлично проходишь, впечатления только положительные. И сейчас еще, по идее, должна летом выйти часть про Индию, осенью про Россию. Отличный формат. То, Mortal Kombat нравится. 10. На секундочку. Или Mortal. Вот. Вот о чем я говорю. Зима еще не пришла, мы уже забыли про Mortal. Так. Что тут еще? Ори. Ори? Ори, да. And the Blind Forest. And the Blind Forest. Да, Ори. Супер, я прошел. Ты плакал в конце? Практически.
Андрей Топехин пишет нам. Ждал PS3 версию Mortal Kombat X, в итоге ее принесли на декабрь. Хотел на днях купить Бэтмен для ПК, теперь ждать до осени. Что за херня? Есть время заняться собой. Роджет Карс вышел. Вот что. Да. У нас есть Ведьмак, Ведьмак есть, пишет нам Трицератопс Никодим. Насчет Бэтмена. У Total Biscuit недавно вышло видео, пишет нам Блах Стармастер. Ну и Life is Strange, кстати, тоже почему-то никто не называет. Для многих. Я понимаю, что это... Но для многих-то это очень даже... Я прошел первый эпизод, и это какая-то херь. Ну да, потому что ты взрослый. У меня даже другого нет слова. Херь. Вот именно херь, понимаешь? А вот для каких-нибудь подростков-интровертов это, мне кажется, лучшая игра. Георг Акопян в данный момент ведет шоу «Игромания Женита». Большой фанат, между прочим, Life is Strange. Вспоминает еще Evolve. Evolve, да. Ну, Evolve я даже называть не стал, потому что... Кстати, удивительно. Кармагеддон Реинкарнейшн, давайте. Да, Evolve-то ждали, то есть Evolve интриговал. Но он был, потому что, типа, громким таким. И на E3 в прошлом году мы ехали в прошлом году и такие, мы посмотрим Evolve, вау! И да, она действительно получила там какие-то... Игра престолов, опять-таки, игра. Ну, это еще прошлый год начиналось. Да? Да. Так вот, насчет Бэтмена, пишет нам Blaster Master, у Total Biscuit недавно вышло видео, в котором он подробно разбирает... Хейтрит, да, разбирает ПК порт игры. И хотя ему лично с игрой повезло и каких-то особых проблем не возникало, но придраться все же было к чему. Вывод таков: никогда не предзаказывайте игры. Я давно об этом говорил. Да, никогда не предзаказывайте, кажется, игры. Steam, и что? В Steam надо вот так написать прям. Do not. Ты тут pre-order game. Тут недавно тыкал карточкой в Fallout 4. Не предзаказал. Не предзаказал. Удержал себя? Да. Да. Не помогает. Ну, видимо, потому что надо было тыкать карточкой в банкомат, а не в монитор. Да, и... да, да. Что-то не получилось предзаказать. Не да. получилось. GTA снова всех порвет, пишет там Сергей. Battlefield Hardline забыли. Киберспорт все же. Да, киберспорт. По поводу GTA ситуация была, если кто-то пропустил, в прошлом году забавная. На первом месте в списке игр года по версии читателей GameBox была GTA 5. Причем я подозреваю, что голосовали за нее не только значит, люди, которые поиграли в нее на консолях нового поколения, но и пекари, которые ее ждут, такие: GTA 5, суки! Не исключено. Ну, Финн нам напоминает про Heroes of the Storm, если говорить про киберспорт. Mm. Я думаю, это большая история будет. Elite Dangerous. Elite Dangerous. Elite Dangerous. Слушайте, на самом деле очень много игр, получается так. Да, игр вообще ужасно много, я же говорю, это такой вот год урожая. Нечетный получается. Нечетные, они урожайные. Вот Леха у нас прошел 3 раза Ori and the Blind Forest. Понимаешь? 3 раза. Расскажите, что в итоге Sega показала на E3. Sega на E3 привезла свой Total War. Warhammer какой-то? Да, Warhammer. Bloodborne, да, Bloodborne надо, кстати. С собой и так занимаюсь, не слабо. Одновременно пишу диплом, сдаю на права, ищу работу. Очень надеялся снять Бэтменцом напряжение. Ну, придется чем-то другим снимать напряжение. Может, оно и к лучшему. Есть специальные сайты даже для снятия напряжения. Вот, что еще? Что еще? Что еще? Надо вот это закрыть каким-то образом. Там видео с ней Халифы качаешь. Да, видимо, да. Именно это я и делал. Как это закрыть в винде? Альтов 4. Альтов закрыть. Файл, выход. Спасибо. Да. Ой, а то ты прям на рабочем компьютере не винда у тебя стоит. Нет. А что? Ну вот, это он. Нет, это мой рабочий компьютер. Это твой рабочий ноутбук. Да. У тебя же еще есть и рабочий компьютер. Нет. Как это нет? Вот. Вот мой рабочий компьютер. Ты монитор к нему подключаешь? Да. Вот. Resident Evil Revelations 2 еще в этом году вышло. Играли? Resident Evil Revelations 2. Это уже слишком много слов. Там есть еще эпизод 1, эпизод 2, эпизод 3, эпизод 4. То есть вообще это для мобилки что-то? Нет. Это новый именно Resident Evil Revelations, да, экшен от 3. Ну, хоррор. Как сделанный как экшен от третьего лица. Отзывы хорошие. У нас были же рецензии на сайте. Тоже, по-моему, 8 она получила на GMBOX'е. Все с игрой в порядке. Есть, значит, один из претендентов на игру года. Но... Игра года Resident Evil Revelations 2. Да. Я прям вижу. Причем третий эпизод. Я прям вижу. Лучший.
Артур Шахбазян нам пишет. Небольшое авто. Парни, пока вы не ушли в офлайн, хочу вас искренне поблагодарить за отличный сезон. Было много веселого, полезного, интересного, а новые лица и голоса редакции стали по-настоящему родными. Ждем вас отдохнувших и посвежевших после отдыха и надеемся на веселые трансляции на каникулах. Ты так весело прочел это, что... Не, на самом деле я всегда благодарен, так сказать, живому отклику. Вам большое спасибо, что вы нас смотрите. По крайней мере, так мы знаем наверняка, что мы не просто в колодец, так сказать, плюем. Мы дожили, наконец, до того момента, когда каждый найдет для себя какую-то игру, а всего прошло полгода, а не как раньше, пара AAA игр и десяток непонятных инди. Да, кстати говоря. А еще сколько впереди всего? Вот рекомендую для снятия напряжения Disgusting Man.com. В данном контексте и после Мишиной шутки это уже звучит так, как будто Disgusting Man это какой-то гейс BDSM сайт, но я не знаю. Вот, кстати, пора новый раздел да открыть. Почему бы не? Ты займешься? Давай. Давай, будешь ведущим. Актером. Ведущим гей BDSM рубрики. Кстати, Петр, вы уже второй выпуск подряд почему-то называете мое имя в прямом эфире. Ну. Приятная мелочь, только на прошлой неделе вы ошиблись в произношении. Буква Е в середине. Это вы Ё сейчас написали без точек? Я просто Ё без точек. То есть буква Ё в середине или буква Е? Нет. Андрей Топехин, извините. Фамилии. Mm. Ну, ну не Андрюй же. Андрюй. Андрюй. Почему нет? Ты его Топехиным, короче. Возьмись. Андрюй Топехин. На что, Топехин тоже нормальная фамилия. Фамилия. Возьми себе новую фамилию. У нас вообще Михаил Топехин. Нет, спасибо. Красный черный нам в комментариях напоминает про Splatoon. Наверное, единственную игру для Nintendo. Она вышла уже, да? Она вышла в конце мая. Единственная, наверное, игра для Nintendo Wii. И продалась миллионным тиражом. Да. В Японии причем. Нет, вот вообще. Вообще. Это действительно удачно. Среди Павла Филюшкина. Действительно удачный проект Nintendo. Ну, выходили бы у них игры так хотя бы раз в два месяца. И все бы играли на Nintendo, действительно. Да, было бы круто. Вот, кстати, нам пишет Андрей Мунтиану. Слышали ли вы, парни, про такую чудесную... Да, XCOM в средневековье под названием Massive Chalice от студии Double Fine. Очень рекомендую просто попробовать сыграть этим летом. У нас, кстати, был такой формат, назывался «Ранний доступ». Как раз про вот «Срать на лицо». Про недоделанные игры, которые, значит, это самое. И Double Fine нам прислали как раз ключ, типа, пацаны, сделайте выпуск про Massive Chalice. Да, ну, действительно, фэнтези, ну, это не средневековье, это какая-то выдуманная опять шляпа. Причем, как обычно принято у Double Fine, ну, ничего не понятно. С магией и прочей херней. С магией и прочей херней, и там еще родословные, короче, то есть там не так все просто, знаешь. Как в Total War и Attila. И да. Как в... Все время забываю, вот, Crusader Kings? Нет. Что-то от парадокса, да? Ну, короче, есть игра, типа стратегия, только там чисто карты. То есть они взяли Total War, убрали оттуда сражения и оставили только карту. Европа Универсалис. Наверное. Типа того, да. Ну, какая-то есть еще одна. Я не помню. Я пытался в нее поиграть, когда у меня была любовь к цивилизации большая, но не смог. Почему в чате не работают гильдии? Ну, наверное, это было бы, конечно, забавнее, если бы они работали. Здорово смотреть на себя такого, конечно. Было смешно. Хорошее было время, да. Угу. Время сисек и щек, я называю его. А как бы Mad Max? Ждете? Ведь по идее Бэтмен, Mad Max и Ведьмак — три игры с похожими механиками. Скажите, пожалуйста, вы играли в Ведьмака? Почему вы считаете, что Бэтмен, Мэд Макс и Ведьмак — это три игры с похожими механиками? Ну, видимо, боевые механики. Тем более. Я представляю, что имеется в виду. Не, боевые механики похожи приблизительно. По крайней мере, в Бэтмене и в Мэд Максе. В Бэтмене и в Мэд Максе, да. А в Ведьмаке просто меч в руки дали. Да. И совсем другую механику. Ну, смотри, что имеет в виду. Ну, та же самая. Две кнопки, ты мешаешь, либо попадаешь, либо промахиваешься. Да, но контратаки у тебя нет? Как-то нет. А, это уже третья кнопка.
Ну, вот. Их 4 целых. А в Бэтмене, одна кнопка — это атака, а вторая — контратака. И все, то есть все, и все. Проще нам. Ты не играл, что ли, в Бэтмене? Да нет, я же тебе отвечаю. На Shadow of Mordor ты не играл? В Shadow of Mordor я играл очень мало. Мортон. Мортон. Недвижимость. Очень мало играл. Я, ну, как бы, наигрался в подобные игры еще в третьем до третьего Assassin's Creed. Но вот мало того, человек прошел и не понял, почему. Короче, странная тенденция сложилась. Многие next-gen игры переносятся раза по 2-3, а потом еще и выходят забагованными. Ну... спасибо, пацаны, было весело. Куда дели Чеботкова? Уволили, зря он тупил по фану. Вот человек все решил сразу. Добрый вечер, в топ. Будет ли дальнейшее развитие сайта, а конкретно комментарии и социальная часть? Подобие дискас в комментариях или вроде того. Очень рад, весь контент, интересно смотреть, читать, но социальная часть на, простите, днище. Вышеупомянутый дискас был бы очень приятным дополнением для сайта. Смотрите, про дискас очень простая история. Я тоже топил за дискас, когда обновляли дизайн, но... как всегда в подобных случаях, дискас — это не самое выгодное решение в плане... Ой, чтобы вас не грузить. Короче говоря, большие дяди всегда разрабатывают свои плееры, которые потом приходится чинить на протяжении всей жизни, свои системы комментариев, которые надо заново выстраивать, и сторонними сервисами пользуются редко. Я согласен, что дискас — это удобно, но на проектах типа Джембокса, типа Игромании, типа Канобу, типа там, всегда разрабатывается свой инструментарий в подобных случаях. Да, и дискас — это медленно для таких масштабов. Масштабов? Почему, ну, медленно? Для наших обсуждений и так далее. И для нашего трафика, я так понимаю. Главное, что его понимает. Я хотел бы экспертное мнение выразить. Да? Я выразил. Не успел я. А что у Кольбуса за принт на майке, спрашивают? Мексику. Мексику? Мексику. Кибелеса? Por favor. Угу. Отличный был формат ранний доступ. Спасибо. Почему был? Потому что перестали. Как? Ну, будет, когда будут игры, вообще-то, которые можно будет... Ну. Когда в раннем доступе перестанут выходить недоделанные... Когда в раннем доступе выйдет Batman Arkham Knight? Да-да. Да, я думаю, так и будет в сентябре. Тогда... Все, кто поиграл в Batman на ПК, могут брать PS4, там дают игру Drive Crab на халяву. Компенсация за разницу в цене. Drive Crab — лучшая игра. Садишься на краба и вправо погнал. Да. Вдоль берега. Drive Crab. Рыски там, все дела. Следующий год будет жирнее. Immersive Sim возвращается, Петр. Dishonored, Deus Ex. И это в первой половине года вроде. Да, Dishonored, Deus Ex, Doom. Я поиграл в Human Revolution. Наконец-то. Но я не слишком этому рад, потому что стрельба говнище ужасная. Стелс — посиди за ящичком и подожди, а потом выбеги и нажми кнопочку. Стоп. Мне не понравилось. Чтобы я понимал, какой стелс в какой игре тебе понравился? Где он по-другому сделан? Ну, или тебе больше нравится? Если не брать такие вещи, как старый Thief, например, в Dishonored великолепный стелс. Я почти всю игру прошел по стелсу. Угу. В общем-то, Dishonored — это прям вот яркий пример, как нужно делать игры с вариативным прохождением, где можно играть и по стелсу, и не по стелсу, и то, и другое — фан. Угу. Вот. Deus Ex тебе не понравилось? Там история крутая. История, да, интересная. А ты прошел ее? Да нет. Пройди, ты в конце поиграл. Просто плакать будешь, тебе уверяю. Хорошо. Ты будешь орать на эту... Но механики там будем. Прям... Тем более я играю на ПК, естественно. И я попробовал поиграть сначала на геймпаде, понял, что норм, но стрелять неудобно. Стал играть с мышки, а с мышки там какая-то вообще творится непонятно чего, ну, потому что и управление под клавиатуру не заточено, потому что видно, что делали для геймпадов, и очень неудобны вот эти системы укрытий, когда ты держишь кнопку, а не нажал и встал к стене. И, короче, на ПК, в общем, трудно эту игру играть. Вы так и не ответили про Mad Max. Ждете ли вы его? Я поиграю. Но да, мне, конечно, кажется, с меня хватило таких игр, честное слово. А ты что думаешь? Экспертное мнение. Не жду, но интересно. Понял. А вот потому что я пропустил как раз Shadow of Mordor, Бэтменов и прочих всех этих самых, возможно, Mad Max у меня и зайдет. Если Игорь таки попал на презентацию Сеги, может, чтобы мне пару подумать, не было у Сеги презентации. Как не людям было. Не было. Объяснить? Не было презентации у Сеги, не было. Все презентации, какие были, все на нашем сайте. Все есть, да. Вы не думали о том, что все бомбовые игры осени этого года перенесут на полгода-год? Mm-hmm. Зачем об этом думать? Если об этом думать, так и будет. Понимаете? Мысль материальная. Думать надо о хорошем. Да, что все выйдет что завтра. Что перенесут проекты с весны 16-го на полгода назад, например. Да, вот пекари сидели и думали, говно опять сделать, порт Галимый. Тут...
Да. Вот, пожалуйста. А сейчас в итоге даже этот галимый порт не могут приобрести. Что вы можете сказать про новый Deus Ex? Human Revolution проходил с радостью. Отличная игра, но у меня от нее заболела голова. У вас были какие-то... То есть в финале она занята. То есть вы прошли, ее так одни представили. Потом что-то голова разболелась. Блин. Да потому что 40 часов человек не вставал из-за компьютера проходил. Конечно. Странно, что голова, а не жопа. Я когда Wolfenstein 3D старенький проходил, когда вот там камера крутилась, у меня немножко головокружение тоже было. Может, есть какие-то такие симптомы? У нас был в школе один человек, который не мог играть в шутер, и говорил, что у него голова кружится. Мне кажется, вы все... каким-то образом связан. Вы все рептилоиды. Да, да, да. Вот где действительно крутая история, это Spec Ops. Я потом пару дней ходил и переваривал концовку. Да. Одна из самых сильных концовок, на мой взгляд. Да? Да, ты просто уже пройди этот уровень с вертолетом вначале, и там игра начнется. Я не хочу, меня этот уровень с вертолетом остановил, представляете? Да, найди в интернете сейф. Сейф? Да, сейв. Как для первой мафии, когда все искали сейвы, ну, чтобы бомбу скипнуть. В общем, к чему мы пришли? К тому, что мы уже забыли про то, что выходил Mortal Kombat, да? Да. К тому, что Bloodborne, Вольф, Ведьмак и так далее. Давайте, знаете, как сделаем? А что говорит нам западная пресса? So far. Enter. Best Video Games for 2015. А, вот. So far. Games Radar вообще молодцы всегда. Мне кажется, они 1 января это сделали. А, 1 июня. И обновляются каждый день. Да, вот мнение авторитетного ресурса Games Radar. Only the finest. Там и... надо на каждую картиночку кликать. Господи, а, да? Гемина. Да. Так, Splatoon. Splatoon, да. Witcher 3, ну, Witcher, понятно. Mortal Kombat Mortal X, Kombat, понятно. Xenoblade Chronicles 3D. Совсем забыли. Среди Павла Филюшки. Ori, Bloodborne. Bloodborne, конечно, великий. Monster Hunter 4 Ultimate 5000 3D. Подожди, они тут еще и по месяцам. Да. Вот да. Это что? Majora's Mask 3D. Но это что-то да. Важное. Grim Fandango. Ну, это типа перезапуск. Mask это для Nintendo 3DS, по-моему. Да, да, наверное. Наверное. Выпуск. Где же Паш? Resident Evil HD. Вот, ну, а где тогда GTA 5 ПК в таком случае, раз вот эти все игры упоминаются, которые... Довольно много Nintendo. ...переизданиями являются. Ну, видимо, Games Radar просто очень любит Nintendo и хочет показать... Или Nintendo ребята, любит Games Radar. Не надо уходить. Возможно, это любовь взаимная. Возвращайтесь к нам. Ой, так... Так, а что вы скажете об Саркисяне, ее мнение о Doom и Fallout 4? Вот, короче говоря, я... Ты можешь сначала небольшой ликбез, кто это? Ты не знаешь. Нет, я часто вижу в Твиттере это имя и не понимаю, почему все так любят писать его. Хорошо, Анит Саркисян, это... если описывать это высокими словами, значит, она себя считает околоигровым социологом. Который топит за равноправие, понимаешь, сексуальное. И всячески эту тему педалирует вот, по поводу все, и да. Без. Ну, это я уже вот. Знаю, да. Мне просто было интересно, кто это. Да. То есть, откуда она и взялась. Про Doom и Fallout 4 она в Твиттере, в общем-то, в ходе пресс-конференции... Все, что было на E3, она была там и фиксировала у себя в Твиттере. Это все моментально разлеталось, как самые тупые твиты E3. Значит, про Doom она написала, что это насилие. А женщин нет. Неуместно. Да нет. Просто хрен с ними, с женщинами уже. Что неуместно такое насилие, и вообще это надо запретить, несмотря на то, что Doom, как вы можете, и так далее. Это проблема. Это она сама с собой спорила? Нет, ну она транслирует это, а потом у нее 5000 ретвитов там, знаешь, вот этого всего говна. Ну, то есть это популярная. Ну, конечно, народ любит. Да, да вот. Про Fallout 4 тоже она написала, что, типа, система крафта классная, здорово было бы, если бы это было не только строительство херни, чтобы убивать другую херню. Короче, я вчера лазил на YouTube. Чтобы можно было заводить детей неплохо, да, было бы. Накрафтил себе детей. Я вчера на YouTube что-то ковырялся и случайно наткнулся на канал чувака, который следит за Саркисян. Все это видел это? Я посмотрел, это грустное зрелище на самом деле. Ну почему? Ну то, что сам он похож на недоноска какого-то, честно говоря, это одно, но, скажем так, его контраргументы вполне.
Да, ну, понимаешь, что если сравнивать просто подачу всего этого, то они-то она гораздо более убедительна просто. Да? Да. Наверное. То есть тебя она в чем-то убедила? У нее есть позиция, она ее довольно хорошо выражает. Понятное дело, что она там не объективна, она там подмешивает, может, там факты как-то в свою сторону подкручивать, но именно в плане картинки, того, как она это подает, ее интонации и того, как она расставляет акценты, все правильно. И я смотрел очень много видео с людьми, которые там ей какие-то контраргументы делают. Ну, они просто в ответ орут, да. Да, они просто в ответ орут, там вот этот вот чувак, который... Может быть, она тролль просто. Ну, представь, там просто чувак вот в ответ, это Аните, которую там многие люди знают, там чувачок такой сидит, у него, значит, сзади фигурки из всех аниме, которые он посмотрел, там какая-то... На полу носки. Там какая-то свечка ароматическая дымит у него, и он таким очень... Из жопы причем. Ну да, и он таким надрывным очень голосом вот прям чуть ли не орет. И у него реально истерика какая-то происходит по поводу Аниты Саркисян. Он орет ливрит. Он преувеличивает тоже, он преувеличивает. Орал этот чувак жирный, помнишь, когда PSN выключили? I want all news, all Call of Duty, motherfucker. Вот это вот орал. Так. Ну, в общем... Не знаю, понятное дело, что Анита, она не права во многом, но никто пока убедительнее, очень убедительно ее прям никто ее не опроверг и какую-то альтернативную точку зрения, по крайней мере, для меня не показал. Ну вот вчера буквально вот в процессе просмотра этого видео у нее там есть фрагмент по поводу Е3 и по поводу Дума, что критика Дума с ее стороны, это то же самое, что ну, как бы это жанр, и он всегда был таким, и это было бы уместно, если бы Дум 1 и 2 был бы игрой про единорогов и радуги, и неожиданно они делают новый Дум, в котором мясо разлетается во все стороны. То есть это то же самое, что критиковать, не знаю, салат из огурцов и помидоров за то, что в нем огурцы и помидоры. Ну, мне кажется, это не совсем корректное сравнение, здесь все-таки идут какие-то, ну, меняется культура, меняются тренды и так далее, если там посмотришь какую-нибудь, условно говоря, рекламу. Так эту игру перезапускают специально для людей, которые это, да, те тренды да, любили. Да, 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 понятно, вот но эти... нет, эта игра, эту игру перезапускают для тех, кто не играл. Да, конечно. Чтобы эти тренды вернуть? Конечно. Ну, новые консоли вышли, чувак. Да мяса много раз хватает. Про это... Да нет. Ну, как мы нет? Много, мы много, раз уже... мяса, мы много раз про это уже говорили, что... Ну да, и про зомби будут игры, и никуда это все не денется, все по кругу ходит. Запустились новые консоли. Для кучи людей Xbox One и PS4 это первые консоли в жизни. В принципе, первая херня, на которой можно во что-то играть. И обязательно надо, так сказать, deliver all the shit. Скиньте ссылку на чувака, который следит за Саркисяном. Посмотрите меня в Твиттере. Не понимаю, почему Саркисян просто не объяснят, что и не должны нравиться все игры. Не все игры делают под ее вкусы. Да-да-да. Будете играть в XCOM 2? И да! Конечно! Обязательно. Вот всегда. Прям... Always. Что можете рассказать на тему возвращения People Can Fly? Ничего. Спрашивают нас поиск, почему, ну, как бы, все, что мы знаем про People Can Fly, состоит в том, что к ним вернулись права на Bulletstorm. Если они сделают вторую часть Bulletstorm, это будет просто лучшее в мире. У них варианты есть? Ну... Зачем это эти права? Ну, права и права. Ну, есть и ну, есть. Они же, наверное, не могу просто ездить, взяли и вернулись. Ездить. Они, наверное, возвращали их. Как целенаправленно. Может быть, может быть, может быть. Вот. Ну и последняя новость на сегодня. Моя любимая. Apple удаляет из App Store игры, в которых есть флаг конфедерации. Вот так вот, друзья. Америка, Америка. Два слова у меня есть на этот счет. Теперь ты не сможешь. 3000 комментариев на эту тему на полигоне. Теперь ты не сможешь топить за юг. Не сможешь. Слушать Southern Rock. Вот. Ну, кстати, эта телега довольно познавательна. Мне кажется, сейчас там весь Техас просто на ушах станет. Да не только Техас. Ну, как бы это историческое... А еще Алабама. Алабама, да. Тандер Пусси. Это как примерно, ну, в Германии до сих пор же нельзя купить этот самый. То есть, не то, что нельзя купить. Ладно, нельзя было купить. Им нельзя там торговать. Кем? Вольфенштайном. Потому что там свастоны. Идиотик. Ну, для кого-то идиотизм, а кто-то это, понимаешь, считает неполиткорректным. Но... На мой взгляд, ну, то, что было, было. Зачем, вот так именно. Сказать, вычеркивать из истории? Видеоигры — это современные медиа. Давайте запретим игры, в которых есть... Советский флаг, например. Или динозавр. А? Советский флаг. Сколько людей в ГУЛАГе погибло? А? Советский флаг. Ну-ка быстро все убрали из своих игр. Никто больше не делает игр про Великую Отечественную. Слишком много людей погибло. Ну, короче. Динозавры, да, их жалко же.
Они замерзли. Они тоже там друг друга уничтожали. Да, и про Годзиллу нужно. Про Годзиллу нужно тоже, так сказать, забанить. Годзиллу убили. Вообще, давайте все, что было в прошлом, все отменим. Да. Согласен. Да, все согласен. Придумаем заново. Друзья, чтобы, так сказать, не переливать из пустого в порожнее еще несколько минут, мы с вами будем прощаться. Геймплей Mad Max тем временем появился. Да, он появился до этого давно. Показывали. Ну, окей, ну, появился. Завтра. Завтра у нас ретро-трансляция. Вы сами принимаете этот выбор. Жалко, Соркус не выиграл, да? Цирк для Дэнди это худшее дерьмо, в которое это, когда-либо это играл. Же просто, худшее это дерьмо. Я тебе больше скажу. У меня драма связана. Я первый уровень в детстве не мог пройти. Я искал картридж значит, на даче. Было много палаток с картриджами. Я искал картридж с Кастельванией. А распространенное явление тогда состояло в том, что на картридже иногда лепили от балды какой-то. Ну, то есть там такой постер попурри. Я такой вижу, он мужик какой-то по ходу Кастельвания. И я купил этот картридж, и то ли закрыли это... Ну, короче, когда я понял, что там нет Кастельвании, уже было поздно, и там был цирк. И я был вынужден играть в этот гребный цирк. Хорошо, что он не победил, иначе пришлось бы подмешивать 146% за Fallout. В общем, да, завтра мы играем в Fallout 2, друзья. Я буду у микрофона... Кто будет со мной, мы тоже завтра определимся, потому что один болеет, другой уходит в 6 с работы. Вот, поэтому, возможно, один вообще поиграет в Fallout 2. Тихо сам с собой? Нормально, нормально. Каким-то новым персонажем. Ты с самого начала планируешь его запускать, да? Прям там вот по собору ходить? А как ты думаешь, я весь день буду играть в Fallout 2, да? Чтобы, так сказать, где-то с середины ты начать? Ты не хотел бы сейчас после работы начать, чтобы завтра ты уже в Power Armor ходил и всех валил? Да скачай сейф. Прям сразу. Там будет какой-нибудь чужой персонаж. Ну, я его не знаю. Подбери какой-нибудь подходящий, как ты хочешь. Посмотрим, посмотрим. В общем, Fallout 2, друзья. Fallout 2. Yeah. До свидания. До свидания. До новых встреч через какое-то количество недель.